грузовые автомобили, автобусы, строительная техника. Какое значение сегодня имеют эти слова в жизни людей? Строительство, логистика, добыча полезных ископаемых, военная промышленность, коммунальное хозяйство и пассажирские перевозки – все эти отрасли, являющиеся локомотивами экономики любой страны, не обходятся без использования грузовой автотехники. На протяжении 15 лет значительный вклад в становление и развитие российского рынка грузовой, автобусной и специальной техники вносит группа компаний «Русбизнесавто». В 1998 году три крупные компании – ведущий продавец грузовых автомобилей, лидер по снабжению предприятий запасными частями и предприятие, оказывающее услуги по сервисному обслуживанию – объединились в одну группу компаний «Русбизнесавто». Сегодня это лидер не только на рынке продаж грузовой автотехники, автобусов и спецтехники, но и в организации снабжения предприятий двигателями и запасными частями. Компания представлена в 15 крупнейших региональных центрах России и продолжает активно осваивать регионы. 5 региональных филиалов имеют формат многофункционального автоцентра, готового предоставить полный спектр услуг на рынке грузовой автотехники. Такие центры имеют в обязательном порядке площадку по продаже автотехники, склад запасных частей и станцию технического обслуживания. Основная деятельность компании – продажа автотехники российского производства, а также производства стран СНГ, Европы, Кореи и Китая. Успешный многолетний опыт работы с заводами-производителями позволил «Русбизнесавто» стать официальным дилером крупнейших производителей грузовой автотехники, автобусов и спецтехники. В результате сегодня компания представляет на российском рынке интересы заводов МАЗ, КАМАЗ, НИФАС, Урал, Hyundai, Ford, Zoomlion и многих других. Каждый 8-й МАЗ и каждый 12-й КАМАЗ, работающий на дорогах страны, был приобретен в «Русбизнесавто». В течение многих лет компания успешно подтверждает статус лучшего дилера различных отечественных и иностранных автопроизводителей. «Русбизнесавто» обладает одной из крупнейших в России сетью офисов продаж и стоянок автотехники, на которых в общей сложности постоянно находится свыше 1000 единиц техники различного назначения. В 2007 году компания показала впечатляющий результат, реализовав более 12 тысяч единиц грузовой, автобусной и специальной техники. Специалисты компании проводят постоянные исследования потребностей и ожидания своих клиентов, оперативно реагируют на запросы и совместно с заводами-производителями создают оптимально адаптированную автомобильную технику, ориентированную на конкретных заказчиков. Среди постоянных клиентов «Русбизнесавто» крупнейшие предприятия и учреждения, такие как «Лукойл», «РАО ЕС», «Газпром», «Транснефть», «Пепсико», «ДСК-1», «Су-155», «Мострансавто», «Правительство Москвы», многие мостотряды и другие крупные организации. Кроме продажи автотехники российского и иностранного производства, компания «Русбизнесавто» занимается реализацией запасных частей, двигателей, комплектующих и расходных материалов грузовой, специальной и автобусной техники. Компания является официальным дилером основных отечественных производителей агрегатов и запасных частей. Это дает возможность предлагать всю номенклатуру товаров различных производителей в полном заводском ассортименте. «Русбизнесавто» обладает безусловными преимуществами в области продаж запасных частей. Это широкая сеть офисно-складских комплексов в Москве и регионах, постоянное наличие полного ассортимента запасных частей на складе, заводское качество товара, а также возможности гарантийного и послегарантийного сервисного обслуживания. Так, в офисно-складских комплексах компании всегда в наличии в широком ассортименте более 6000 наименований продукции, от сальников и ремней до двигателей и кабин. А высокая скорость обслуживания позволяет производить отгрузки в течение 15 минут. В своей работе специалисты «Русбизнесавто» стремятся к комплексному обслуживанию своих клиентов. В этих целях компания активно развивает сервисное направление.
строятся собственные станции технического обслуживания, а также сертифицируются действующие партнерские техцентры. В последнем случае потенциальные партнеры проходят специальную аттестацию на соответствование требованиям по используемому оборудованию, возможностям ремонтной зоны и квалификации персонала. Станции технического обслуживания «Русбизнесавто» — это современное оборудование, высококвалифицированный персонал и постоянное наличие широкого ассортимента запасных частей. Все это дает возможность клиентам производить ремонт любой сложности и в минимальные сроки. На все производимые работы есть соответствующие лицензии и сертификаты заводов-производителей. Сеть станций технического обслуживания продолжает активно развиваться. Планируется открытие новых сервисных предприятий в Москве и в регионах России. Сегодня у компании три собственных СТО в московском регионе, одновременно ведется строительство еще двух станций. Уже функционируют в регионах 5 собственных и 6 партнерских станций технического обслуживания. В планах строительство сервисных станций в каждом филиале «Русбизнесавто». Предстоит большая и сложная работа. Но специалисты компании не видят завтрашний бизнес по продаже грузовой автотехники без возможности ее дальнейшего обслуживания. Результаты работы компании налицо. По итогам 2007 года специалисты «Русбизнесавто» обслужили более 20 тысяч автомобилей. Основная цель, с которой компания «Русбизнесавто» выходит на региональные рынки – стремление находиться ближе к своему потребителю, лучше понимать задачи, стоящие перед клиентом непосредственно в данном регионе. Все это поможет снизить временные трудовые и финансовые затраты заказчика при покупке грузовой техники. Любую машину из широкой линейки автотехники, представленной на стоянке филиала, можно оформить и забрать в течение одного дня. Работа по организации региональной сети началась еще в 2002 году, и первые шаги в этом направлении были сопряжены с большими трудностями. Но благодаря упорству, трудолюбию и высокой самоотдаче людей, работающих в филиалах «Русбизнесавто», всего за 6 лет мы развернули сеть в 15 регионах России. За время своего существования специалистами «Русбизнесавто» проделана огромная работа по освоению практически всех сегментов российского автопрома. Наша цель – удержать лидирующее положение как на рынке продаж грузовой автотехники, так и в области реализации запасных частей и сервисного обслуживания. И мы знаем, что благодаря высокому профессионализму наших сотрудников, их искренней заинтересованности в общем деле, мы решим все поставленные задачи.